вообще на северо-востоке Азии, вот в Сибири, никогда не находили скелетов тарантеловых мамонтов. Вообще их в России штук 5, наверное. Вот в разных вот частях они достаточно, ну, вот плохой сохранности. А у нас оно вот лежало вот явно в мерзлых грунтах, и из-за этого сохранность, ну, вот просто отличная. Вот это и практически полный скелет, и вот сохранился череп, вот часть этого черепа сохранились, бивни, нижняя челюсть, все зубы, вот фаланги, вот пальцев. Ну, вот в общем, вот находка, она очень хорошая. И мы вот как раз сейчас вот заняты более тщательными исследованиями, ну, более тщательными исследованиями, и вот будет проведено датирование данного объекта. Потому что необходимо вот выяснить. Тарантеловые мамонты, они вот обитали в среднем плейстоцене. Это вот почти 500 000 лет назад. А сохранность данной находки настолько вот, вот уникальна, что первое подозрение вот, ну вот было, что это вот поздний плейстоцен. Но потом все-таки решили это все проверить. Вполне возможно, что наличие вечной мерзлоты и в среднем плейстоцене Якутии как раз и позволило, что вот находка до нашего времени так хорошо сохранилась.